Аллилуйя! Воздух пропитан здесь славой Божьей. Вот в православной церкви есть промоленные иконы. А у нас здесь atbildes, помещение промоленное. Амен. Амен. Бог очень любит нас. Dievs ļoti mīl mūs. Итак, сегодня у нас будет особенное служение. Nu, tā, mums būs īpaš divkalpojums. Завершится оно вечерей Господней. Nobeigsies tas ar kunga vakarēdienu. Мы обновим свои отношения с Богом. Mēs atjaunosim savas attiecības ar Dievu. Я убежден, Дух Святой un esu pārliecināts, ka Svētais Gars обновит некоторые откровения. Atjaunos dažas atklāsmes. О Сыне Божьем. Par Dieva dēlu. И мы должны подвести un mums ir итоговую черту jānovilk strīpa уходящего года. Aizējošiem gadam. И рассматривать этот рубеж как старт, un jāskatās šī robeža kā как стартовая линия для следующего года. Priekš nākošā gada. Мы не хотим повторять mēs negribam atkārtot в 16-м то, что делали в 15-м. То, ko darījām 15-м. Потому что все древнее уходит, tāpēc, ka viss vecais aiziet, и Бог желает творить все новое. Dievs vēlās darīt visu jaunu. Поэтому хочется, чтобы tāpēc gribās, Господь обновлял lai нас tas kungs atjaunotu mums духом ума. Gara un prātā. Бог желает обитать не только в нашем сердце. Dievs vēlos mājot ne tikai mūsu sirdī. Он хочет обитать и в нашем разуме. Bet grib mājot mūsu prātā. Потому что образ мышления tāpēc, ka domāšanas veids порождает образ жизни. Veido dzīves veidu. И когда мы пытаемся что-то поменять в жизни, un tad, kad mēs cenšamies kaut ko dzīvē mainīt, не меняя нашего мышления, nemainot savu domāšanu, у нас никогда ничего не получится. Mums nekad nekas neizdosies. Ровно настолько. Tieši tik. Насколько меняется наше мышление, cik mainās mūsu domāšana, настолько меняется и наша жизнь. Mainās arī mūsu dzīve. Amen. Amen. Вот почему необходимо lūk, kādēļ ir nepieciešams пребывать в учении. Atrasties mācībā. Вот почему необходимо lūk, kādēļ ir nepieciešams быть в доме Божьем. Būt Dieva namā. Потому что Дух Святой tāpēc, ka Svētais Gars Он учит нас. Viņš māca mūs. Он инвестирует в наше естество инвестируя мусу божественные чувствования девичьчас изюты божественную логику девичьчо логику божественный ум девичьчо прату и мысль главная мысль un galvenā doma это иметь ум Христов ir, lai mums ir Kristus prāts подумайте только подумает tikai можно исцеление получить var saņemt dziedināšanu можно получить освобождение var saņemt atbrīvošanos но если не иметь ум Христов bet ja tev nav Kristus prāta эти чудеса ничего в нашей жизни не поменяют mūsu dzīvē neko nemainīs в погоне за чудеса dzenoties pakaļ brīnumiem мы можем упустить что-то самое главное mēs varam palaist garām kaut ko pašu galveno и это есть не что иное un tas nav nekas cits kā как наш обновленный ум kā mūsu atjaunotais prāts менталитет царства Божьего Dieva valstības В погоне за чудесами мы должны выделить среди чудес самое главное. Это мышление Царства Божьего. Изменится мышление. Изменится домашнее. Изменится жизнь. Изменится дзиве. Не изменится мышление. Домашнее не изменится. Ничего в жизни не поменяется. Дзиве никас не изменится. Мыслишь как раб. Дома как веркс. Ты будешь жить как раб. Tu dzīvosi kā vergs. Pытаясь быть свободным. Cenšoties būt brīvs. И никакое разрушение родословного проклятия. Un nekāda dzimtas lāsu sagraušana. Оно тебе не поможет. Tā tev nepalīdzēs. Вот здесь lūk, все твердыни. Šeit, visi cietokšņi. Вот отсюда все начинается. No šeienes viss arī sākās. Поэтому я очень ценю Tāpēc эти es ļoti vērtēju мгновения божественного присутствия. Šos dievišķos klātbūtnes mirkļus. Вы помните этого мудрого Соломона? Jūs atcerieties šo gudro Salamonu? Который говорит Господь. Kurš teic, kungs, вот ничего меня больше не волнует. Nekas mani vairāk neuztrauc. Ni деньги. Ne nauda. Ni враги. Ne ienaidnieki. Ni друзья. Ne draugi. Ni политика. Ne politika. Ni экономика. Ne ekonomika. Мне нужна мудрость. Man ir vajadzīga gudrība. Что такое мудрость? Kas ir gudrība? Сходящая свыше. Kas nāk no augšas. Это способность мыслить. Tā ir spēja domāt. Так, как мыслит Бог. Tā, kā domā Dievs. Пусть это не будет избитая фраза. Lai tā nav nozāta фраза. Пусть это не будет привычный какой-то тезис. Lai tas nav ierast тезис. Жизнь меняется. Dzīve mainās. Условия меняются. Но обстакли меняются. Мы взрослеем. Мы спеугам. На одни и те же вещи. Уз венам там пашам летам. В детстве мы смотрели Бернибам из Катианас. Так. Та. А когда мы взрослеем, tad, kad mēs pieaugam, мы на эти же самые mēs вещи uz tām pašām lietām смотрим иначе. Skatāmies pavisam savādāk. В детстве просто любовались Bērnībā vienkār звездным небом. Tīksminājāmies par zvaigžņotām debesīm. Skaitījām zvaigznes. Сколько их упало. Cik viņas ir nokritušas. Загадывали желания.
Vēlēšanās Но, iedomājāmies, bet tad, kad pieaudz, небо, tu skaties uz debesīm, другие, un tev galvā dzimst мысли, pavisam citas domas, а в сердце рождаются другие эмоции. Bet sirdī dzimst cits emocijas, потому что вселенная непознаваема. Tāpēc, ka visums ir neiepazīstams. Потому что духовный мир безграничен. Garīgā pasaule ir neierobežota. Мы пытаемся изучить, Mēs осмыслить, переварить izpētīt, то, что было сделано уже тысячи лет назад. Saprast, tas, kas bija jau tūkstoš gadu atpakaļ izdarīts. И упускаем то, un palaižam garām что Бог каждый день ko Dievs katru dienu творит все новое. Dara visu jaunu. Пытаясь изучить старое, izpētīt vecu, мы можем часто пропустить Mēs bieži varam palaist garām новое, которое jaunu, сегодня происходит. Kas šodien notiek. Это почти как. Tas ir gandrīz tāpat kā. Пытаясь приобрести телефон, cenšoties iegūt telefonu, где был диск, kur bija disks, и мы набирали эти номера, un mēs numurus в то время как технологии, tanī laikā, ka tehnoloģijas, они уже в тысячу раз превзошли то, что вчера было. Tas Если в материальном vakar, мире, ja materiālā pasaulē, такой стремительный прогресс, tik strauš progress, поверьте, что в духовном ticiet мире, ticiet man, Этот прогресс намного, намного динамичнее. Я много не могу охватить. Daudz, ko nevaru aptvert, потому что мы люди. Tāpēc, ka esam cilvēki. Но стремление внутри Bet tiekšanās iekšā, и страсть к знаниям un deiksme pēc zināšanām, и жажда к откровениям un alkas pēc atklāsmēm, она должна стать этой движущей силой tā ir jākļūst par šo virzošo spēku нашей веры. Mūsu ticībā. Ощущать внутри изюст экша развитие атеистибу ощущать внутри изюст экша эти достижения что со снегом хотя бы малые как твои мазус это признак веры та тицибу спазим а вот я не считаю себя достигшим спался как не ускоцей про со снегом но забываю заднее бет айзмер что тут вакар и простираясь вперед где цел ты со спрекшу я стремлюсь к цели и стецо спец мерти цель мерти еще раз цель мерти вел раз мерти Сегодня у нас Šodien, последнее воскресное служение. Pēdējā svētdienas dievkalpojums. В среду будет последнее Pēdien. Служение в году. Būs pēdējais dievkalpojums gadā. И вопрос цели. Un mērķi jautājums. Как насчет твоей цели? Kā par taviem mērķiem? Погасло. Apdzisis. Или светит ярче. Vai spilgti spīd. Окрыляет тебя. Спарно tevi. Или ты просто не понимаешь, что вокруг жизни Vai происходит. Tu vienkārši nesaproti, kas apkārt dzīvē notiek. Есть внутри у тебя Un, ja tevi iekšā такая мечта. Ir tāds sapnis. Такой план. Kāds plāns. Который тебя будет ночью. Kurš tevi atmodina naktī. И в голове у тебя вертится. Un galvā tev griežās. Несколько вариантов. Vairāki varianti. Как осуществить эту программу. Kā īstenot šo programmu. Я живу этим. Es dzīvoju ar to. И для меня это самое великое благословение. Priekš manīm pat lielākā svētība. Когда Бог производит внутри, kad Dievs veic iekšā, и хотение, gan gribēšanu, и действие, gan rīcības, по своему благоволению, pēc sava labā prāta. Видите ли, redzat, Бог неугомонный, Dievs nav nomierināms, творит каждый день и каждую ночь все новое. Katru dienu, katru nakti dar visu jaunu. Un ja tu kopā ar viņu, серьезно завязан, un nopietni esi saistīts, в одной упряжке, vienā pajūgā, он тебя сделает неугомонным. Viņš darīs tevi. У тебя будет рождаться столько идей. Тебе некогда будет скучать. Tev nebūs laika garlaikoties. Тебе некогда будет грешить. Tev nebūs laika grēkot. Тебе некогда будет просто лясы точить. Laika vienkārši Или бездельничать. Vienkārši bez У тебя время на этого просто хватать не Tev будет. Vienkārši pietrūks laika tam. Вы знаете, что такое религия? Jūs zināt, kas ir religija? Религия это ничего не делать. Religija ir neko nedarīt. Зная, что все Бог за тебя Zinot, делает. Ka Dievs tavā vietā visu izdarīs. А настоящая вера. Bet īsta ticība. Она дает тебе понимание. Viņa dod tev sapratni. Что ты и Бог это сотрудники. Un Dievs esat līdzstrādnieki. Это представители одной команды. Viens komandas pārstāvis. Это когда он как шеф. Tas ir tad, kad viņš ir kā priekšnieks. Как босс. Kā boss. Он тебе говорит. Viņš tev saka. Что ты должен делать. Kas tev ir jādara. Если ты сделаешь то, что ты должен сделать. Ja tu izdarīsi to, kas tev ir jādara. Тогда Бог. Tad Dievs вознаграждает. Apbalvo. Сам процесс творчества. Pats radošais process. Он до неузнаваемости меняет человека. Viņš maina cilvēku līdz nepazīšanai. Его глаза горят. Viņa acis iedegās. Его походка другая. Viņa gaita ir savādāka. У него улыбка другая. Viņam smaids ir savādāks. У него энергетика. Viņam enerģētika. Сам Бог творец. Pats Dievs ir radītājs. И он часть своего творчества. Un viņš daļ no savas Часть творческой энергии.
enerģijas. Он передает viņš nodod своему творению. Savam radījumam. Это алгоритм веры. Tas ir ticības алгоритм. Мы его творение. Mēs esam viņa radījums. Если мы, как его творение, un, ja mēs, kā viņa radījums, не станем творцами, nekļūsim par radītājiem, то горе нам. Tad bēdas mums. Мы заложники религии. Mēs esam reliģijas tilnieki. Но когда творение Божие, bet tad, kad Dieva radījums, становится творцами, kļūst par radītājiem, своей историей, savai vēsturei, творцами, par radītājiem, нового микрокосмоса, jaunam mikrokosmosam, творцами, par radītājiem, новых проектов, jauniem projektiem, новых программ, jaunām programmām, тогда мы не зря живем. Tad neveltīgi dzīvojam. Я благодарю Бога. Es pateicos Dievam за этот прожитый год. Par šo nodzīvoto gadu. Много сделано. Daudz kas ir izdarīts. Я как творческий человек. Es kā radošais cilvēks. Я удовлетворен. Es esmu apmierināts. Удовлетворен тем. Apmierināts ar to. Что такой огромный мегапроект. Kad tik liels мегапроекts. Как ковчег завета. Kā derība šķirsts. Он осуществлен. Tas ir īstenots. Он поставлен. Tas ir не просто парадит. Nevis vienkārši концерт. Концерта. Но сегодня bet šodien, это проект высочайшего профессионального уровня, который мы можем проект, показывать в кинотеатрах, кинотеатрах различных столичных, больших и крупных городов. Пилсетас, сегодня мы получили пилсетас заявки уже где-то от 8-10 городов России, Украины, чтобы получить исходные данные и материал, представить в своих городах этот проект. Когда 80 человек на сцене, из которых из церкви всего лишь процентов 20-30%, остальные люди из мира, они окунаются вот в эти откровения, когда они начинают рассуждать между собой, что такое ковчег, почему за ним охотятся, и почему его должны возвращать. Вы знаете, вот этот творческий процесс, это не просто отдельное отслужение сферы жизни. Atsevišķa творчество сфера, это такая уникальная комбинация ir tāds unikāls и просвещение, gan apgaismošana, и евангелизация, gan evangelizācija, и профессионального gan проповедования Слова Божьего. Dieva vārdam. И когда ты озираешься un tad, kad tu skaties, и видишь законченность un redzi, kad ir nobeigts, начатой программы, iesāktā приходит чувство удовлетворения. Tad nāk gandarījuma izjūta. Нет, это не гордыня. Nē, tas nav lepnums. Это чувство удовлетворения. Tas ir gandarījuma потому что jūtas. Это качество Бога. Tāpēc, ka tā ir Dieva kvalitāte. Viņš ir sākums. И омега. Un beigas. Начало. И конец. Все, что Бог однажды начинает, Он доводит это до логического завершения. Завершенные проекты, они приносят удовлетворение, радость и торжество. Незаконченные процессы, они удручают, они тебя тяготят. И я думаю, что вот на этом рубеже мы должны проанализировать, что начато и что завершено. Un, kas ir nobeigts. Не расстраивайся. Не устроится. Если какие-то проекты, ja которые ты начал, kurus tu iesāki, они не завершены. Tie vēl nav nobeigti. Может быть, кто-то начинал. Varbūt kāds ir iesācis. И потерпел банкрот. Un cietis bankrotu. Ничего страшного. Nekas briesmīgs. Мудрые люди говорят. Gudri cilvēki saka. Настоящие чемпионы. Ka īsti čempioni. Это не те, которые tie nav tie, никогда не проигрывали, kuri nekad nezaudēja. Но это те, которые никогда tie, не сдавались. Tie, kuri nekad nepadodās. Я в сотый раз. Un es simtām reižu. Опять начну сначала. Atkal iesākšu no jauna. Пока не меркнет свет, пока горит свеча. Бог наш, Бог второго шанса. Mūsu Dievs ir otrās iespējas. Наш Бог, Бог третьего Mūsu шанса. Dievs ir trešās iespējas. Самое главное. Pats galvenais. Не бросать. Nepamest. На пол игры. Pusceļā. Не бросать на пол воды. Все, что однажды начал, visko vienreiz iesāku, доверши до конца, noved līdz galam, и Бог тебя благословит. Un Dievs tevi svētīs. Ты должен дойти до финиша. Tev jāiziet līdz finišam. Если не бегом, ja neskriešus, то пешком. Tad ejot. Если не пешком, ja neejot, то хотя бы ползком. Tad kaut vai rāpojot. Но доползи, пожалуйста, aizrāpo, lūdzu, līdz finišam. И Бог тебя благословит. Un Dievs tevi svētīs. Нельзя уходить. Nedrīkst aiziet. С трассы. Нельзя сходить с дистанции. Nedrīkst aiziet no distances. Давайте сейчас несколько минут помолимся. Un tagad dažas minūtes и проанализируй un paanalizēsim свои проекты. Savus projektus. 12 месяцев 12 mēnešus прошло. Ir pagājuši.
365 dienas. И каждый день un katra diena должен был быть наполнен смыслом, piepildītai ar jēgu, откровениями, ar atklāsmēm, проектами, projektiem. Научи нас, Господь, iemāci mūs, Kungs, так исчислять дни наши, izskaitļot savas dienas, чтобы нам приобрести, lai mēs iemantotu mudrое сердце, gudru sirdi. Чем наполнен день, ar ko ir piepildīta tiem diena, и будет наполнена вся наша жизнь. Ar to arī būs piepildīta visa mūsu dzīve. Давайте проанализируем. Paanalizēsim. Давайте попросим Духа Святого. Попросим Святым Гарам. Пусть Он покажет нам, lai Viņš parāda mums весь этот пройденный путь, visu šo noieto ceļu. Пусть Он поможет нам, lai Viņš palīdz mums справедливо оценить, taisnīgi novērtēt, достигнутые вершины, sasniegtās virsotnes, и еще и непокоренные, un neieņemtās. Давайте проанализируем, izanalizēsim эти месяцы, šos mēnešus, и пусть Дух Святой, un lai Svētais Gars укажет тебе, norāda tev, что должно быть в следующем году, kam ir jābūt nākošajā без gadā. Глубокой аналитики, bez dziļas analīzes прошлого, pagājušajam, у нас не будет mums nebūs объективного прогнозирования будущего, прогнозējuma nākotne. Если мы легкомысленно, ja mēs viegli prātīgi, расстаемся с прошлым, šķirsimies ar pagātni, то будущее, tad nākotne, может быть потеряно, varbūt pazaudēta. Давайте закроем глаза, tagad aizversim savas acis, и помолимся, un palūksim, испытай меня, Боже, pārbaldi mani, Kungs, и зри, не на опасном ли я пути, paskaties, vai neesmu uz bīstama ceļa, испытай меня, Боже, pārbaldi mani, Kungs, и направь, un virzi, на стези добра и любви, uz mīlestības un taisnības, испытай меня, ceļiem, Боже, pārbaldi mani, проверь, Kungs, дела рук моих, pārbaldi mani roku darbu, Бог, все, что ты поручал, Dievs, visu, ko esi uzticējis, в течение этого года, šī gada garumā, проверь, Господь, pārbaldi, Kungs, насколько мы выполнили, cik mēs esam izpildījuši, или нет, да выполнили, vai neesam līdz твои galam поручения, tavus uzdevumus, Господь, Kungs, мы не хотим закапывать свои таланты, mēs negribam aprakt savus talantus, мы не хотим быть лукавыми, mēs negribam būt viltīgi, и ленивыми рабами, un слинки, мы хотим kalpi, быть добрыми, mēs и верными, labi un uzticīgi, и если ты даешь нам 5 талантов, ja tu dod mums 5 talantus, Господь, помоги нам, Kungs, palīdzi mums приобретать еще 5 iemantot vēl 5 talantus, помоги нам приносить palīdzi плоды, mums atnest augļus, я прошу во имя Иисуса, es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, Дух Святой, Svētais Gars, проанализируй, izanalizē, проревизируй, revizē наши сердца, mūsu sirdis, и пусть наша христианская un совесть, lai mūsu kristīgā sirds, и пусть наше сердце, un lai mūsu sirds, не осуждает нас, не носода мус, Боже, я прошу, Kungs, es lūdzu, помоги tevi, нам справедливо, palīdzi mums taisnīgi, оценить все, что сделано, novērtēt visu, kas ir izdarīts, мало ли или большое, maz vai daudz, и если какие-то проекты не осуществлены, ja kādi projekti nav īstenojušies, я прошу во имя Иисуса Христа, Jēzus Kristus vārdā, помоги нам их завершить, palīdzi mums tos nobeigt, достроить свои башни, uzcelt savu stūrņus, довести до логического завершения, līdz loģiskam nobeigumam, строительство своего дома, sava nama celtniecība, довести до логического завершения, līdz loģiskam nobeigumam, свой проект, savu projektu, потому что ты есть альфа и омега, tu esi alfa un omega, и сделай нас, Господь, un dari mūs, Kungs, par tādiem, мы хотим принести плод. Mēs gribam pienest auglis. Мы хотим прославить тебя. Mēs gribam slavēt tevi. Нашими победами. Ar savām uzvarām. И нашими достижениями. Un ar saviem sasniegumiem. Во имя Иисуса. Jēzus Kristus vārdā. Молитесь на языках. Lūdziet valodās. Проверяйте свои сердца. Pārbaldiet savas sirdis. Проверяйте свои планы. Pārbaldiet savus plānus. Помни весь путь. Atceries visu ceļu. Которым вёл тебя Господь. Pa kuru tas Kungs tevi ir vedis. Помни весь путь. Atceries visu ceļu. Которым вёл тебя Господь. Pa kuru tas Kungs tevi ir vedis. Kungs, который испытывал тебя. Kurš pārbaldīja tevi. Который томил тебя голодом, kurš tevi turēja badā, который томил тебя жаждой, kurš turēja tev, чтобы узнать, что в сердце твоем, lai uzzināt, kas ir tavā sirdī, будешь ли хранить заповедь, vai tu sargāsi baušļus, на самом ли деле Иисус для тебя, vai patiesībā Jēzus priekš tevis, самое главное в жизни, ir pats galvenais dzīvē, на самом ли деле, vai patiesībā, Иисус есть путь, истинный жизнь, patiesība un dzīvība, на самом ли деле, vai patiesībā Jēzus, источник твоей жизни, ir tavas dzīvības avots, твоего спасения, твоего сглабшенности и вдохновения. Он едет мы совод. Хамена бамблю вас сурерия. Бламбер бас субрмена лория курма челебра банга анда. Брамби да лембра бесун джембла мир гор багенда. Драгоценный Дух Святой, я прошу во имя Иисуса, освободи нас, Господь, от всякой философии, которая оправдывает безделье и бесплодие. Я прошу тебя, Дух Святой, разбуди в нас твою логику и твое мышление. Ты так много даешь нам и мирное небо, и такую церковь, такие откровения, здоровье, условия, ресурсы,
Боже, прошу Тебя, пусть не будет среди нас бесплодных, пусть не будет среди нас лукавых, пусть не будет среди нас ленивых. Мы хотим принести много плода для Царствия Твоего и для славы Твоей. Господь, мы раскаиваемся сегодня во всех грехах. Мы раскаиваемся сегодня в своей беспечности и лени. Мы раскаиваемся сегодня в своем легкомыслии и своей религиозности. Прости нас за то, что молчали, когда надо было говорить. Прости нас за то, что мы говорили, когда надо было молчать. Прости нас, Господь, за то, что мы угасали, когда надо было гореть. Прости нас, что не приходили туда, где Ты ждал нас. Я прошу во имя Иисуса, обостри, Господь, наши чувства, наше сердце, чтобы мы ощущали и слышали Тебя, чтобы мы повиновались Тебе. Дух Святой, руководи нашими эмоциями, руководи нашими решениями, руководи нашими желаниями. Мы хотим быть водимыми Духом Божьим. Руководи нашей судьбой, руководи нашими домами. Мы просим во имя Иисуса. Краме тале бамбуянда. Брасабла баракун теле белели. Брамбеле ресум блештенери амбландери. Мы смиряемся перед Тобой. Ты смиренным даешь благодать. Мы благодарны Тебе за милость Твою, за человеколюбие, за долготерпение Твое, за то, что Ты еще терпишь нас такими, какими мы есть. Боже, мы не хотим быть бесплодными ветками, которые Ты отсекаешь. Мы хотим, чтобы на этих ветвях были плоды. Мы хотим, чтобы церковь росла. Мы хотим, чтобы спасение принадлежало нам и детям нашим, всем дальним и ближним, кого не призовет Господь. Мы славим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что не отверг, за то, что не бросил, за то, что Твоя верность превозносилась над нашей неверностью. Я благодарю Тебя за то, что Ты любишь нас и принимаешь такими, какими мы есть. И что приходящих к Тебе Ты не изгоняешь вон. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя, разбей в нашей жизни всякое осуждение, которое парализует нас и ведет к разочарованию. Драгоценный Дух Святой, вдохнови сегодня каждого мужчину, каждую женщину. И в конце этого года исцели нас от всякого разочарования, от всякой горечи, от всяких обид, от всякой мести. Господь, мы хотим войти в Новый год с чистым сердцем, с чистой совестью, с чистым сознанием. Боже, освободи нас от религии, которая уводит нас от Господа. Религия, которая прячет нас в кустах. Религия, который создает дистанцию между нами и Тобою. Боже, я прошу Тебя, пусть это не будет сборище религиозных людей, пусть это будет живой организм, который подчиняется главе. Я прошу во имя Иисуса, пусть придет максимальная честность, справедливость, откровенность, Дух Святой, говори Слово Твое, служи нам. Меняй нас, преображай нас, делай сильных еще сильнее, делай мудрых еще мудрее. Мы нуждаемся в Тебе, как никогда раньше. Если Дух Святой обличает тебя в каких-то грехах, это время каяться. Если Господь
поощряет тебя за какие-то достижения. Радуйся, потому что Он вводит тебя в радость Господина своего. Если Господь говорит тебе, чтобы ты продолжал начатую работу, прими решение, скажи: Бог, буду продолжать. Если ты бросил какое-то служение, и Дух Святой говорит тебе, чтобы ты вернулся к этому служению, пообещай Богу и скажи: Господь, вот я, пошли меня, я принесу плод, я вернусь в строй, я возьму плуг, я буду пахать, и я не буду озираться по сторонам. Во имя Иисуса Христа. Кламера бломба резендая. Камера глеба ригле щеделея. Это время последней мобилизации, когда Бог собирает свою команду. Плевелы будут вместе. И пшеница тоже будет вместе. Нечестивые будут объединяться в свои альянсы. А праведные люди будут объединяться в свои альянсы. Попроси у Духа Святого четкого понимания, где твоя команда, где твое служение. Какая твоя миссия? Разберись перед тем, как Новый год наступил. Я должен знать свой калибр. Я должен знать свой статус. Я должен знать свои дары. Я должен знать свою миссию. Я не хочу быть слепым и ходить во тьме. Кто ходит во тьме, тот спотыкается. Но я хочу ходить во свете. Я хочу знать свое призвание. Я хочу быть победителем. Я не хочу быть на трибунах. Я буду на поле. И я буду побеждать. Забудь обо всем. Разговаривай с Богом. Он хозяин твоей жизни. Он режиссер твоего театра. Он раздает роли. Он дает призвание. О, Господь, мы просим Тебя. Открой тайну свою рабам своим пророкам. Кламара блеще. Аллилуйя! Сколько добрых планов! Сколько прекрасных проектов, сколько чудесных желаний было абортировано, но Бог хочет воскресить, и все, что ты хотел сделать, ты это сможешь сделать, потому что Бог дает второй шанс. Хотел жертвовать — жертвуй. Хотел посетить кого-то — посещай. Хотел образование получить — получай образование. Хотел служить — дело это. Блажен человек, который не осуждает себя в том, что он избирает. Сегодня Дух Святой на этом месте. Сегодня Бог будет помазывать рабов своих и рабынь своих помазанием пророческого служения. Бог изольет от Духа Своего на всякую плоть. Они будут видеть будущее. Они не будут слепыми котятами. Они не будут спотыкаться. Они будут видеть славу Господню. Они будут видеть чудеса Божьи. Они будут продолжением Божьих рук. Они будут продолжением Божьих ног. Они будут носителями славы Божьей. О, Дух Святой на этом месте. Последняя мобилизация. О, Господь, я прошу Тебя, пусть не окажется среди нас равнодушных. Пусть среди нас не окажется посторонних. Боже, говори рабам своим, говори рабыням своим: ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь превосходнейший. Ревнуйте о дарах больших. Забудь про вчерашние благословения.
Не претендуй на позавчерашнее благословение. Бог приготовил великое и недоступное, чего ты не знаешь. Великое и недоступное, чего ты не знаешь. Бог уже приготовил не банальное и привычное, великое и недоступное, чего ты не знаешь. Но завтра ты познаешь это. И ты пойдешь его путями. Ты уйдешь со своих маршрутов. Потому что он поведет тебя своими дорогами, своими путями. Ты будешь встречаться с теми, с которыми никогда не встречался. Тебе откроются кабинеты высших властей. Господь помазывает руку пророческим помазанием, как он помазал Иосифа, и помазание, которым Бог помазал, привело его в королевский дворец. Молись на языках. Господь избирает. Господь избирает. Господь избирает. Господь метит. Господь отмечает рабов своих. И он отмечает рабы своих. О, ты столько времени платил цену. Ты столько времени сражался. И люди этого не замечали. И люди это обесценивали. Но поверь, все, что перед людьми и все, что перед Богом, это не одно и то же. Люди могут не оценить, но Бог оценит. Люди могут презирать, но Бог никогда. Ту оценку твоей жизни делают не люди. Оценку твоей жизни делает великий и всемогущий Бог. И я слышу в духе, приходит время великого воздаяния, время великой награды всем верным и добрым рабам, которые остались на своем месте, которые остались на своем посту. Я и слава, слава Господня восходит над тобою. Слава Господня восходит над тобою. Слава Господня на этом месте. Люди не замечали, люди обесценивали, но Бог внимательно следил, и верных рабов Бог вознаграждает. Верных рабов Бог помазывает. Гламер, габе, залебра, баджалаба, махаджарда. О, Боже, спасибо. Великое и недоступное приближается к тебе. Великое и недоступное стучится в твои двери. Господь говорит: мои пути не ваши пути, но ваши цели. И мои мысли не ваши мысли. Как небо высоко над землей, так мои мысли выше ваших мыслей. И мои пути выше ваших путей. Какие мысли, такие и пути. Человеческие мысли, человеческие пути. Божественные мысли, божественные пути. Молись на языках. Кому-то Бог сейчас закладывает эти мысли. Кому-то Господь дает дерзкий план. Кому-то Господь сейчас полагает новые программы. Пожалуйста, сосредоточься. Какие мысли,
такие пути, какие мысли, таков и человек. Боже, мы хотим идти твоими путями. Мы хотим мыслить твоими мыслями. Мы хотим воевать твоим оружием. Мы устали от самих себя. Мы устали от своих проповедей. Мы устали от беспомощных церквей. От духа своего излей. От духа своего излей. Молись на языках. Калма сабер гамаджуандала. Гламер габере зомбеле. Граменале рассолеле. Гламере сималерели. Амбрасадже арбагуле манджа. Арбани лаграма сонджала. Арбанджеле грамаджангле бора. Аллилуйя, хабажа. Хабажа, хабажа, хаба. Карманджи хаба, собажа. Время Божьего посещения. Это время Божьего посещения. Бог посещает народ свой. Бог посещает тебя. Бог посещает меня. И Он не приходит с пустыми руками. У Него в руках сокровища. Молись на языках, поклоняйся Ему. Он поведет тебя своими путями. О, великое недоступное, чего ты не знаешь. О, чего ты не знаешь. Но будешь знать. Пути, которыми ты не ходил, пойдешь. Слова, которые не говорил, скажешь. Чудеса, которые не происходили, увидишь. Слава Божья будет сопровождать тебя. О, рабожегели! Грамешедер, габлешедер, янда. Я ощущаю помазание Божьего посланничества. О, ха-ха-ха. Бог снаряжает. Deus abruniu. Бог помазывает. Deus svaida. И посылает. Consulta. Вот сибанеда. Гламбер бессомба джегле бере банджа. Гормаше кандера босадала. Армече камантола. Аламе саморча маделемба. Kela mera sombra shetele reblishka le mei. Слава Господь взошла надо мной. Слава Господня взошла над тобой. Слава Господня взошла над нашей землей. Слава Господня взошла надо мной. Слава Господня взошла над тобой. Слава Господня взошла над нашей землей. Пророчествуй, слава Господня взошла надо мной. Слава Господь взошла над тобой. Слава Господня взошла над нашей землей. Эскумпельковой. Блосма. Алямеси максумане. Алямеси мане. Алямане суммана. Слава Господня. Слава Господня. Слава Господня взошла надо мной. Слава Господня. Слава Господня. Слава Господня взошла над тобой. Слава Господня взошла надо мной. Слава Господня взошла над тобой. Слава Господня взошла над нашей землей. Пророчествуй. Слава Господня взошла надо мной. Зашла над тобой. Слава Господня зашла над нашей землей. Слава, слава Господня зашла надо мной. Слава Господня зашла над тобой. Слава Господня зашла над нашей землей. И теперь на языках. Кирамана рос. Аминь.
Закройте глаза и поднимите руки. Дух Святой идет по рядам. Он отмечает своих посланников. Мой дух трепещет. Он отмечает рабов своих. Он отмечает рабынь своих. Он говорит, мои мысли станут твоими мыслями. И после этого мои пути станут твоими путями. Не поменяв мыслей, ты не сможешь пойти его путями. Позволь Христу поменять мысли. Позволь Христу убить вражду в твоем сознании. О, Дух Святой, благодарю тебя. Ты на этом месте. Ты готов помазывать рабов твоих и рабынь своих. Ты готов вести их туда, где они еще никогда не были. Драгоценный Дух Святой, ты возрождаешь Царство Священное. Ты хочешь, чтобы твои рабы встречались с вельможами, князьями, чтобы они встречались с начальствующими властями. О, рабы, Армани ламарсу манила ламагли мана. Рамина лермашим делена могир валиди урьяма. Карманила ламрезум блеже дерья блая. Карбедали ревразу веридори обледе дерья бладалия. Талемиру клевре блесу вребеже дели вребе дерья. О, Дух Святой, Дух Святой. Здесь есть люди, которые как Саул потерял своих ослиц. И он пришел к Самуилу, чтобы Самуил решил его эту великую ослиную задачу. Но не знал Саул, что Бог для него приготовил великое и недоступное, что он даже не знал. Он приготовил царское помазание. И кто-то сегодня здесь, я снова слышу этот голос. Твои ослицы нашлись. Твои проблемы решены. Смотри дальше. Великое недоступное, чего ты не знаешь, стучится в твои двери. О, Самуил опрокинул этот рог с елеем и сказал, я помазываю тебя в царя над Израилем. Мы настолько привыкли к нашим заниженным оценкам. Мы настолько привыкли ходить своими путями, быть в серой массе и, главное, не выделяться. И главное не выделяться. Но сегодня Бог хочет кого-то выделить. Кого-то Господь хочет поднять. Кого-то Господь хочет почтить и помазать для посланничества. О, в этом году ты отпирался. В этом году ты говорил, нет, найди кого-нибудь другого. Я слишком молод. Я неопытен. Дух Святой, победи наше упрямство.
Победи, Господь, наш страх. Вышли делатели Твоих на Ниву, которая пожелтела и готова к жатве. Боже, Ты сегодня на этом месте. И кому-то Бог говорит: мои мысли станут Твоими мыслями. И эти мысли, они уже становятся Твоими, и Ты вдруг начинаешь чувствовать совершенно другая логика. Ты начинаешь чувствовать совершенно другая концепция. Ты видишь, что в Твоем сознании проходит какая-то капитальная реформа. Бог реформирует мышление. Реформируя мышление, Он реформирует нашу жизнь, наши пути, наше служение. Я слышу голос в духе. Мои мысли станут Твоими мыслями. Мои пути станут Твоими путями. Я поведу Тебя своей дорогой. Поведу Тебя к вельможам, князьям, начальствующим и властям. Я помазываю Тебя пророческим помазанием. Ты не будешь говорить от себя, ты будешь говорить Его слова. Слова, которые будут проникать до разделения души и духа, составов и мозгов. Здесь есть люди, которые как бы случайно оказались, как бы случайно, мимолетом, мимоходом, но Бог тебе говорит: это не мимоходом, это запланированная встреча. Драгоценный Дух Святой, мы принимаем это пророческое помазание. Дальмена лебра бачу целире бладерьес. Я снова ощущаю это помазание посланничества. Тебя Бог уже сколько раз просил, ты должен посетить этих людей. Ты думаешь, они недоступны? Ты думаешь, они слишком горды? Ситуация созрела. Ситуация созрела. Это хорошо, что ты служил пассажиром кают, но кого-то Бог ведет на капитанский мостик. Я снова это слышу внутри. От этих встреч так много зависит. Закрыли все глаза. И тот, кто знает, о чем речь идет, иди сюда, я хочу положить на тебя руки. Ашер, если есть елей, принесите, пожалуйста. Здесь есть помазание посланничества. Твой проконсул Сергий ждет тебя. Твой Никодим стучится в твои двери. Рав, блудница, она уже открыла двери своего дома. А мы все сидим в церкви. А мы все прячемся за свою религиозную смиренную мудрость. Здесь пророческое помазание. Пророческое помазание для посланничества. Он вкладывает свои мысли, чтобы вести своими путями. Высокими путями, для высоких достижений, для высоких побед. И от этих встреч будет зависеть не только твоя судьба, судьба твоего дома, а судьба города и даже судьба страны. Не говори: я молод, не говори о том, что ты неопытен. Дух Святой сойдет на тебя. Сила Всевышнего осенит тебя. Ты будешь Его устами. Ты будешь Его руками. Ты будешь Его голосом.
посланничество, Боже. О, о, как сильно Бог присутствует здесь. О. Вышли делатели Твои на Неву. Бламарезо блакамаха. Абрабаджигло макемболе реблештерия. Вот тьма покроет землю, и мрак народы, умножится и зло, и беззаконие. А над Тобою воссияет свет. Мы ждали годы. Нас Бог призвал. Мы здесь не посторонние. Тебя не звали, Тебя сюда не приглашали, но Ты пришел, и все твердыни задрожали. Ты должен знать свое великое призвание. Ты голос Божий, восстановитель вековых развалин. Лебра беджедирга бахамба, гламера блещетерья. Молись на языках, я слышу это слово. Где елей? Глебри Брестечери, иди сюда. Я слышу голос, и Господь говорит, мои мысли становятся твоими мыслями. Мои мысли становятся твоими мыслями. Мои мысли становятся твоими мыслями. Карамаджедере. А значит, и мои пути становятся твоими путями. А значит, победы Божьи становятся твоими победами. Помазание царского посланничества. Ла мербе. Мои мысли становятся твоими мыслями. Мои пути становятся твоими путями. Аллилуйя, ты пойдешь моими путями. Пойдешь туда, где ты еще не был. Фа-сан-тал-янда. Пойдем молиться. Гламербеш. Кламаш тара на брещенерия. Реглеще целер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 
посланничество. Керабрыся джедери или гречедерия. Посланничество. Фа! Шак! Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Посланничество. Следующий год — это год возрождения царственного священства. Я вижу высокий уровень. Я вижу высокий уровень власти. Открытые двери кабинетов князья и вельможи, которым ты будешь служить. Принимай пророческое помазание. Ты будешь видеть сквозь стены, сквозь обстоятельства. Ты будешь иметь пророческое видение. Гламарса чендерия руге цандерия. Алабреса чендерия блещедериас. Я разрушаю всякий человеческий и религиозный контроль. Великое призвание, великое дарование вырывается на свободу. Гла, 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 мере блеще деревья, гла блеще кенде, шаб замедалая. Не бойся, это люди говорят, у тебя не получится, а Бог говорит, ты пойдешь, и ты увидишь славу Божью, слава Господня восходит над тобой. Glory!
Glory, Shandelerinia, Deria, Rablish, it's a labra, Grasa, Banja, Valera. Мои мысли становятся твоими мыслями. Мои пути становятся твоими. Я слышу слово реванш. Кабаса. Кабаса варашарара. Мои мысли становятся твоими мыслями, говорит Господь. Аллилуйя. Господь меняет твой статус. Господь меняет твой калибр. Тебя называли неудачной, бесплодной, но Господь говорит, ты увидишь славу мою. Класса бремеча. Раблеща цендели яблок. Аллилуйя. Драгоценный Дух Святой, ты здесь. Альбари лагриса чена лебреби чедери адара. Брандери заглеща цели. Камба аромат сабечу ты, калана мече делерия, твои ослицы нашлись, твои ослицы нашлись, великая и недоступная, чего даже ты не знаешь, стучится в твои двери. Бог вкладывает свои мысли и поведет своими путями. Ха! Кантола лерия! Рамблесе четыре ребри. Рамблеще цели реглища цандала. Помазание. Джаклетери. Алабашета. Алабачанда. Алабаребрещетеле реглищетари. Пророческое помазание. Ожидаются встречи, которых никогда не было. В твоих устах будет слово, как меч обоюдоострый. Бог помазывает тебя. Ха-ха-ха! Сила Божья, клябары щадалая. Бог открывает перед тобой двери. Двери больших домов. Ракем бласал! Ракем андолерем лащадалая. Бог открывает двери больших домов. Рамблеще телерелерели. Чекля бребеще телерели. Гребре глоч. Игорь. Рамблеще телерели. Рамблеще телерели. Рамблеще саво. Сача балакоче. Рамблеще телерели. Бог открывает двери больших домов. Бог открывает двери больших домов. Рамблеще телерели. Рагля Брешечья Церковь, молись, эти люди пойдут в дома, разные дома, в кабинеты, разные власти, разного уровня. Они понесут славу Божью, они понесут Царство Божье, они понесут Слово Господа. Рагля Брешечья Церковь. Ракаба сата лабачана. Раба шатсандалия балери. Рабле шатсер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 er Раба сабаша кабачандая. Я вижу открытые двери. Я вижу открытые дома. Я вижу открытые сердца. Ха-ха-ха! Твоя судьба не в руках людей. И твою жизнь будут оценивать не люди. Твою жизнь будет оценивать Господь. Его мысли становятся твоими мыслями. Его пути становятся твоими путями. Его судьба становится твоей судьбой. Бог помазывает тебя. Глория! Глория! Слава Господня взошла над тобой.
Слава Господня взошла надо мной. Слава Господня взошла над нашей землей. О, Божьи мысли становятся твоими мыслями. Божьи пути становятся твоими путями. И не говори о Бог. Куда пошлю, пойдешь. И все, что ты скажешь, повелю, ты скажешь. Готовься к новым встречам. Пророческое помазание. Пророческое помазание. Кровь давая. Принимай пророческое помазание. Ты будешь видеть сквозь стены. Ты будешь видеть судьбы людей. Бог будет открывать тайны. Пророческое помазание в твоих устах. Добрый сочетель, я плеща, да. Добрый сочетель, я плеща, да. Добрый сочетель, пророческое помазание. Пророческое помазание. Ты будешь видеть сквозь тело. Ты будешь видеть судьбы людей. Это слово исцелять, восстанавливать, поднимать, воскрешать. Послание, послание мира, послание восстановления. И нарекут тебя восстановитель, развалит, равнощады, просадили, а раброса, все дела. Бамба хаба за джаба. Они заждались. Это как тот муж македонянин, который явился и говорит: придите к нам. Они заждались. Дух Святой, я прошу, помазывай рабов и рабынь и злей от Духа Твоего на всякую плоть. Ламбра бешетер яба. Это время Божьего посещения. Церковь, забудь обо всем. Ты и Бог. Это время Божьего посещения. Это время Божьего посланничества. Это время пророческого помазания. Принимай это, где бы ты ни находился. Аламас, алама джамбала. Аламас, амрэше делэри. Пророческое помазание. Вчера они не слышали. Вчера они не хотели слушать, завтра они будут звонить тебе. Они будут искать тебя. И у тебя будет для них слово исцеляй. Врачи, которые исцеляли, которые лечили людей. Бог для них приготовил исцеление через тебя. Я буду встреча с какими-то известными хирургами. И Бог дает тебе слово для них. И Бог дает тебе помазание. Они лечат тело, а у тебя будет дар лечить их дух и душу. Закройте глаза, поднимайте. Дух Святой сейчас касается людей по залу. Дух Святой открывает дары. Дух Святой открывает маршруты. Не будь посторонним. Не надо никуда смотреть. Смотри на Него. Время взыскать Господа. Время взыскать Господа. Помышляй о горнем, а не о земном. Ищи прежде всего Царство Божьего и правда Его. Кламер габлошете. Алама габасам бежедере. Великое и недоступное, чего ты не знаешь, но завтра ты это познаешь для славы Божьей и во имя Иисуса.
во имя Иисуса. Слава Господня взошла над тобой. Слава Господня взошла надо мной. Прежнее время умолила эту землю, но последующее время возвеличит ее. Бог видел все. Он собирал все вопли, все слезы, всю веру. Время великой награды. У Бога есть справедливость, великая и недоступная, чего ты даже не знаешь. Стучится в твои двери. Не видел глаз, не слышало ухо, и на сердце не приходило то, что Бог приготовил. А Дух Святой тебе открывает. Время великой награды. Время великой добычи. Бог дает тебе эти встречи. Кламара блещетай. Пророческое помазание на тебе. Ты будешь видеть сквозь стены. Ты будешь говорить слова, которые принесут спасение домам. Наполняй Дух Святой. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Пророческое помазание. Мои мысли станут твоими мыслями. И мои пути станут твоими путями. В служении, в жизни. Ты будешь видеть мои высоты и мои горизонты, говорит Господь. Позволь Христу убить вражду в сознании и получить награду. Пророческое помазание на тебе. Бог помазывает тебя. Бог изменяет твою молитву. Бог изменит твои языки. Бог дает тебе дары Святого Духа. И когда будешь встречаться с ребятами, Бог тебе будет открывать их тайны. У тебя будет великое служение среди своих сверстников. Великая и недоступная, чего ты даже не знаешь. То, что не снилось, то, что в книжках не читал, Господь приготовил для тебя. Мои мысли станут твоими мыслями, и мои пути станут твоими путями, говорит Господь. И в следующем году я тебя поведу, где ты еще не была. И ты будешь видеть славу Божию во имя Иисуса. Великая награда грядет. Посланничество. Твои ослицы нашлись. Господь помазывает тебя для великого служения. Служение людям пророческими дарами. Ла-ма-ла-ла-ли.
Великая и недоступная, чего ты не знаешь. Я слышу это слово «родовые муки». Великая и недоступная, чего ты не знаешь, что ты не читал в книгах и что не снилось во снах. Бог приготовил гармар. Бог помазывает тебя для работы на таких высоких уровнях, где ты еще никогда не был. Бог даст благорасположение на высоких эшелонах власти. Не говори о молод, не говори о неопытен, пойдешь. И слава Господня будет сопровождать. Я слышу в духе, мои мысли становятся твоими мыслями. Мои пути становятся твоими путями. Мои победы становятся твоими победами. Время великого посланничества. Слава Господня взошла над тобой. Слава Господня взошла над тобой. Гламара блеще, марелору блеттелея. Великая и недоступная, чего ты не знаешь, стучится в твои двери. Древнее прошло, теперь все новое. Если прежнее время умолило эту землю, последующее время пророческое помазание. Великая и недоступная. Бог будет открывать тайны о людях, о проблемах. Пророческое помазание приведет тебя в высокие эшелоны власти. Ревнуй о дарах больших. Ревнуй о дарах больших. И Бог покажет великие, великие пути. Путь превосходнейший. Превосходнейший путь. Камадирабла. Рамбаризичитири гладжа. Дале барасо. Дале рабурасе брабичилула гамба. Великое и недоступное, чего ты не знаешь. Но узнаешь завтра. Бог благ. Бог благ. Великое и недоступное стучится в твои двери. То, что не видел глаз и не слышало ухо. То, что на сердце не приходило. Бог приготовил и открыл нам Духом Святым. Пожалуйста, готовьте вечерю. После этого глубокого помазания, посланничества. Мы сейчас обновим свой завет с Богом через искупительную жертву Иисуса Христа. Дух Святой, благодарю Тебя, Ты здесь. Дух Святой, Ты помазываешь. Дух Святой, Ты на этом месте. Церковь, поднимите руки и просто поклоняйтесь на языках. Пойте на языках, не отвлекайтесь. Глюманей. Комана ламаса, кома самбелери влосунали, амари гласола мечер, каменалер. Великая и недоступная, чего ты никогда не знал, стучится в твои двери. Look, I'm in a...
Мои мысли становятся твоими мыслями. Мои пути становятся твоими путями. И Бог поведет тебя. Глобере лорала. Глома сима чега леманде. Глобере сима чеко манале. Рамене лерес облештала. Глома шакала. Брасака мачандая. Великое, недоступное знамение и чудеса. Кракаба шалалая. Господь, подними. Подними с этого огня. Я разрушаю это проклятие во имя Иисуса. И пусть его ноги пойдут новыми путями. И пусть его руки творят твои чудеса. И пусть это будет живое свидетельство о славе и величии Твоем. Я провозглашаю восстановление, исцеление во имя Иисуса Христа. Глама шогаба, глама шогаба, глама шогаба, глама шогаба, глама шогаба. Алма саби джете. Прежнее время умолило эту землю, но последующее время возвеличит. Великое и недоступное, чего ты не знаешь, стучится в твои двери. Открывай и принимай. Великое и недоступное. Рамет шаба. Дух Святой, благодарю тебя. Ты справедлив. Ты велик. И я провозглашаю великое, недоступное, чего ты не знал. О, ты думал, все закончилось, все только начинается. Мои мысли станут твоими мыслями. И мои пути станут твоими путями. Говорит Господь, я выведу тебя на пространное место. Я подниму тебя на высоты, для тебя недосягаемые. И ты познаешь, что я Бог твой. Поднимайте руки, поклоняйтесь. Gloria sin celebra mondiale
Слава Тебе! Мы благодарим Тебя, Господь, за великое и недоступное, то, что мы еще не знаем. Я благодарю Тебя, великий Бог, что через Сына Твоего, Иисуса Христа, который излил Свою кровь на Голгофе, мы можем постигнуть Тебя, мы можем приблизиться к Тебе. Я по ним благодарю, что эта кровь, которая была излита, она обмывает нас и делает белее снега. Я благодарю, что через эту кровь мы можем прийти к великому и недоступному. Господь, я благодарю Тебя, что Ты меняешь наши мысли, что Ты поднимаешь нас. Слава Тебе, великий Бог, что Ты открываешь нам хоть немножко. Слава Тебе за Дух Святой, который Ты изливаешь над нами. Слава Тебе, великий! Слава Тебе, всемогущий! Слава и честь! Слава и честь! Великий Бог за Сына Твоего! Я благодарен Тебе, Иисус! Я благодарен, что Ты излил Свою драгоценную кровь на Голгофе, чтобы мы могли призвать ее в свою жизнь и быть чистыми. Я благодарен Тебе. Вся моя жизнь, всю свою семью, весь дом я посвящаю только Тебе, потому что в Тебе есть жизнь, истина и путь. Слава Тебе, великий, слава. Господь, благодарим Тебя за новое время славы Твоей. Мы благодарим Тебя, что сегодня через Твое тело мы искуплены, что сегодня мы исцелены для того, чтобы приносить плод. Отец, мы благодарим Тебя за то, что все ветхое прошло, и Ты приготовил для нас все новое. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открыл многие двери. Мы благодарим Тебя за то, что Ты наполнил нас и поведешь дальше к большим высотам, к большим достижениям, к распространению Твоего Царства. Мы благодарим Тебя, Отец, и славим за это новое время. Аллилуйя! Драгоценный Дух Святой, благодарим Тебя за это священное действие. Я благодарю Тебя за время посещения. Я благодарю Тебя за то, что Ты открываешь великое и недоступное, чего мы не знаем. Пусть Твои мысли становятся нашими. Пусть Твои чувствования становятся нашими. Пусть Твои пути становятся нашими. Иисус, Ты есть путь. И мы хотим идти этим путем. И мы просим, помоги достойно прикоснуться к Твоему ломимому телу и к Твоей драгоценной крови. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Мы не хотим быть под осуждением. Мы не хотим есть и пить осуждение. Мы хотим есть и пить благословение. Твою жизнь. Мы в этот святой момент еще раз посвящаем свою жизнь Тебе на служение. Все, что у нас есть, это все Твое. Мы принимаем Твое посланничество. Мы принимаем Твое пророческое помазание. И куда Ты посылаешь, мы пойдем. И все, что Ты нам поручаешь, мы это исполним. Мы просим, соделай чистыми наши руки, наши сердца, наше сознание. Мы провозглашаем в духовный мир, что мы в завете с Тобой.
Мы обновляем наши отношения и просим, пусть они всегда будут чистыми, настоящими, глубокими для славы Твоей во имя Иисуса. Кто прикасался к Тебе, он всегда чувствовал, что от Тебя исходила сила. И пусть эта сила сойдет на каждого человека, кто прикоснется к Твоему ловимому телу и к Твоей драгоценной крови. Мы благодарны Тебе за это. Благодарим Тебя за эту великую честь во имя Иисуса Христа. Аминь. Церковь, вы можете сейчас подходить, брать хлеб и возвращаться на место. А потом вместе будем участвовать. Glory,
Аллилуйя. Глория. Бламаса читула лабаки толария. Давайте вместе совершим эту молитву. Скажем вместе: Отец Небесный, во имя Иисуса Христа я обращаюсь к Тебе. Благодарю Тебя за то, что Ты так возлюбил этот мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я благодарю Тебя за Рождество, за то, что Иисус пришел в этот мир не только ради всего человечества, но и персонально ради меня. Благодарю Тебя за то, что мои грехи прощены, за то, что драгоценная кровь Иисуса Христа не потеряла свои силы, не потеряла своей власти. Она и поныне очищает нас и делает сердца белее снега. Спасибо Тебе за милость Твою и за Твою великую любовь. Благодарю Тебя за этот день, за Твое послание, за то, что Ты сегодня посетил нас, помазал нас, изменил наше мышление. Я обещаю Тебе свою верность. Я обещаю Тебе свое послушание. Я пойду туда, куда Ты посылаешь. Я сделаю то, что Ты поручишь. Я исполню волю Твою. Я говорю: не моя воля, но Твоя воля да будет. Благодарю Тебя за весь прожитый год. Благодарю Тебя за все уроки, за все благословения, за все, чему Ты научил меня. Благодарю Тебя и поклоняюсь Тебе. И в этот святой момент я хочу приобщиться к телу Твоему, ломимому и к Твоей драгоценной крови. И я хочу провозгласить в духовный мир: я в завете с Тобою. И если Бог за нас, кто против нас? Благодарю Тебя, поклоняюсь Тебе и превозношу Твое великое святое имя. Амен. И вы можете сейчас участвовать. Христа омыла меня от всякого греха. Меня кровь Христа
свобода! Свобода через кровь! Позволь Христу убить вражду, разрушить стоящую преграду. Позволь Христу убить вражду и получить награду. Позволь Христу убить вражду, провозгласи победу над врагами. Бог мира сокрушает сатану под нашими ногами. Прославь Его! Аллилуйя! И теперь, когда он... А тебя дискриминируют сегодня, да? Оператор. Когда русский сидит там за пультом. Наверное, не получил помазание. Присядьте, друзья. Обсядьте, здраво. После того, когда... Мы прикоснулись к жертве Иисуса Христа. Сам, когда мы спеем караме, съесть Христу супурим. Давайте теперь позволим Ему. Так это для усим виням. Прикоснуться к нашей жертве. Спеем картец му супурим. И пусть это будет жертва благоухания. Он лайтает патикама смарт. Пусть эта жертва будет жертвой благодарности. Лайчи сир патейцей супурим. За те чудеса, которые были. Пертем бринем курбия. И за те, которые еще грядут. Он пертем курвелнак. Вы понимаете, да, если Юсепродет. Жертва как благодарность за прошлое, это и, одного и, уровня жертва. А когда ты имени, хочешь, чтобы жертва касалась и чудес прошлого, лай упурс пескартос ган погатность как времени, благодарность, как патейцей, а еще как вера велка, за грядущее, тицей пернакошей, добавь немного туда пелец, друзья, своей туда, веры, сау тицейбу. Пусть эта жертва покажет Богу, он лайщит, что мы и благодарные, гамесам патейцеги, и верующие. Он тицеги. Возьмите свою жертву. Понимается в упоре. И давайте помолимся. Он полуксим тагет. На самом деле Иисус себе ничего не оставил. Патейсиба, если он иконы на кресте, круста. Он полностью отдал себя. Винч пилный вису отдавал себя. И благодаря этой жертве. Он патейцу тащим упоре. Мы все спасены. Мы все сам главы. Как знать? Каверзина. А может, благодаря нашей жертве найдет спасение еще кто-то. Давайте кац. Поднимем свою жертву. Он в упоре. И вместе помолимся. Он скажи, Господь, благодарю Тебя за жертву Иисуса Христа. Благодарю Тебя за ломимое тело и за драгоценную кровь. Я благодарю Тебя, что благодаря этой жертве весь мир был спасен. И пусть моя жертва, она принесет благословение и спасение тысячам людей сегодня. Я благодарю Тебя за чудеса, которые были в прошлом. И благодарю Тебя, что время чудес не закончилось. И Ты прославишь и возвеличишь тех, кто верит Тебе. Ты умножишь народ, увеличишь радость, и он будет веселиться, как при разделе добычи или как во время жатвы.
Мы благодарны Тебе и провозглашаем в духовный мир умножению владычества Его. И мира нет предела. Благодарим Тебя за распространение Царства Твоего. И пусть эта жертва будет угодной Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.